Москва. Внимание! Говорит Москва. Микрофоны Всесоюзного радио на Красной площади столицы. Начинаем передачу, посвященную празднованию Дня международной солидарности трудящихся 1 мая. Да здравствуют советы, органы подлинного народа власти. Пусть крепнет и процветает наша великая Родина, Союз Советских Социалистических Республик. Граждане Союза СССР, развивайте общественную инициативу и активность перестройки в интересах народа и обновления социализма. И здесь слова «Май, солидарность, прогресс». Мы праздником вас! Ура! Приказов нас уже почти невозможно пасти. Мы уже почти вышли на трассу, но